Слезем на крышу. Ну, через второй этаж. Через 217-ю комнату, короче. В 217-ю не можем дойти. У нас там замок. Где ключ от замка? Стоп. Что? Либо у вас ключ какой-то для работников должен быть. На камине читаем записку об уборке, к ней прикреплен ключ от номера 107. Внутри камина видно на фигурку, нужен особый ключ. Бытовое помещение. На востоке запертые двери коридора, чуть южнее выходим на склад, убиваем манекена из стеклянного шкафа, берем патроны с полок, берем патроны дробовика, болторез. В коридоре на юге есть выход на внешнюю лестницу. Спускаемся по ней, на столике берем патроны, окажемся в запертой юго-восточной части второго этажа. Нихуя не понял. Так, юго-восточная часть второго этажа. Она мне нужна. Юго-восток — это справа, где вот 201-я, 202-я комната. Нам нужна юго-западная часть. Ну, потом пишется запертые участки 217-я. Ключ, где говорят, 107-й типа? Оп, 107-й. Нет, я уже там сходила, все забрала. Значит, нам ключ для работников. Так, а конференц-зал это где? Третий этаж. Я там с боссом вижу. Он закрыт. А, нет. Зал вход. А, вот она, эта лестница. Что? Патрон. Скажи что-нибудь. Так и рубаси, варит, так. Да, что, у меня ушки вырубились? Не знаю. Да. Это плохо? Ну, просто я тебя хуже слышу. Е-е-е-е. А
А тоже можно зайти. Хорошо, какая нас больше интересует? Стоп, а почему я тут не могу пройти? А уже сохранение какое-то. А, это, наверное, через 10-17, да? К себе домой ворвался. Ладно, почти все пустые. Ты ж как не отбутал? Хоть бы шампунь там положили. Тут птицы живут. Целов, птицеед, я не знаю. Птицееды это мы. Типа это все? Да, перейдем в ресторан. Я мог тут перелезть, я не мог. Ладно. Так, теперь вот это. Нет, не это. Вот это. Это у нас комната ведет куда-то, в 214. Лесенка. Ноги. Нет. Тут. Сейчас будут, судя по звукам. О, а тут вот, смотри, хотя бы что-то есть. Боится. Он уже практически Джеймс Бонд, до сих пор боится. Силочка. Если у нас шприцов один остался. У нас их было что-то 14 или 15. Да, ну боссы. Боссы. У нас еще хило по херни. Адидас боссы. Так. Хорошо. Мы теперь бежим вниз. Мы здесь не можем никак пробежать вообще, да? А, вот, прошлись. Погоди. А, я вот такую сокращенную открыл теперь. Вау. Банку сожжем и потом лампочку отдельно. Потом я бы не додумался лампочку покраситься. Ну, может быть, додумался, конечно. Не, я сразу поняла, потому что у нас лампочка разбита, она красного цвета была. Как будто кто-то проявкой фотографии занимался. Я это. Ну когда мы нашли банку с красной краской, я. Ну понятно, типа зачем это.
Лас. Лас. Ну, ходи. Ничего не надо. Потеряно, типа. Лас. Я через... Не, может быть, конечно, есть такое слово, но мне кажется, это просто специально так написали. Без грамот. Ну, может быть, нет, переведи. Так, все, открываю. Там ключ. О, это тот, что мне нужен. Прочитать. Уже это лист. Любовь — это плохо, Денис. Реально? Любовь — плохо? Нифига. Или любить — похоть. Да, кстати. Так, ладно. Мне на противоположную сторону. Нам на третий этаж, говорю, надо к Мэри походить на этом лифте. На этом лифте на третий этаж, думаешь? Угу. Вон, видишь, опять служебный лифт. И мы там попадем. Там замок. Я думаю, мы сейчас там. Найдем, может быть, что-нибудь сейчас. Так, шкафчики. Так, окей. На подсказка. Попробуй найти. Загадочку погадаем. Да. Так, и? Нам нужно поставить все предметы по ходу сюда. И биться без всего. И тогда мы уедем. Так, ладно, у нас сохранение рядом. У нас вообще ничего нету. Ничего. Даже палки. Нет, она же стояла там. Попробуем. Ну чё, аутпост-то немного завезли. Вообще. Так, карты нет. Алло. Чё за хлебушек? Зачем он мне? А что ты наверх не поднялся? Что здесь делать? Наверх? Наверх? Куда наверх? Здесь.
Наверх залезть. Наверх куда? Вон справа. Повернись направо. Вон справа за тобой ящик. Наверх класс. Я просто обижал. То, что корку пистите, а просто невелей не становится. Да. Так. Подобно. А вообще нужен на кухню, конечно. Зачем-то. Кабинет управляющего, комната вот это. Нет, управляющего сейчас выберем. Представляю. Это хлеб. Представляю. Вообще ничего не хватает. Спасибо. Бля, спасибо, но мы что, и спать стрелять будем? Гипотетически, если бы я не оставил предмет, я бы не знаю. Сейчас. Так, если я сейчас выбегаю, дальше мне нужно в кладовую, наверное, право. Прачечную. Нет, прачечная была, мне нужно в кладовую. Я тут не буду играть. Я боюсь, не Я вам уже. Нет? Да,
Ой. Ой, а, да их несколько. Еще не все нашли даже там, да? Я даже не знаю, их завалить можно или нет. Ой, привет. Так, еще раз. Давай, директора. Ой! Ба, выскочил. Всего три камня надо. Похоже, как будто по одной. Да, блядь, сейчас сюда. Это от чего, интересно? Так, ну допустим, мы нашли этот вход. Ага, вон там резонок был на стене. Ну, угад. Блин, а тут лестница закрыта, да, проход? Держите валку в лифт. Блин, а где у нас код был вообще? Не вспомню, где был код. Есть дверь? Вот, вот. Я был в этой комнате стоп-клово. Уделиться. Убить. Ой. Ну что, не нашли, да? Нет, ты нет. Так, скорее всего, здесь где-то есть кодовый замок. Блин, шутку выпил, обидно. Здесь есть кодовый замок. Где он может быть? Где мы еще не были? А это я куда вообще прибегал? Я прибегал к выходу или нет? Там вот комната для персонала еще есть. Она меня чарующе манит.
Может, давай туда сбегаем? Я тоже не умею сейчас. Мне, конечно, возможно, не слышно. Понятно. О! Сила, сила, сила! Нет, здесь, нет, нет, нет. Во! А, это видеокассета моя. Бля, я надеюсь, мне оружие это вернут потом? Ну да, стопудово без оружия вообще не, ну, как бы не вариант. Потому что даже палки нет. Так, в какой части подвала я оказываюсь? Вот в этой. Вариант не будет, когда уже. Я зашел бы. А, нет, тут. Так, ремонтное помещение, понятно. А, вот еще на склад напитков можно теоретически сгонять. Ну да, и вот эти центровые комнаты проверить. А вот это вот снизу на выход и направо ты не проверил бы. В самом низу правый выход. Так, у нас, значит, остается склад напитков только. Лох, пидор! Если ты зайдешь, ты заговорил по-другому. Я бы тут осталась, но бы паузе. Так, тут маленькое помещение. Так там можно выйти на работу. Библиотеку или что-то. Потому что больше никого не было. Так, а с той стороны? О, вот, фонарик-то у нас есть. Пара слез у меня. Может быть, это вот там, где там только что ключ стрельнулся? Пойдемте, спокойнее.
что мы ничего не делаем. Пиздец, Денис, там на изоленте скидывать обратно не делаем. Я тебе не... Ой! Вы спорили, да? Мне что-то ввалилось. Сзади пар пошел. Короче, если я в одном месте пар перекрываю, то в другом месте он открывает. А ты здесь винтик забрать могу там? Есть в коллекции Open Need. Так, бар слезы Венеры. Мы по нему пробегаемся. Там еще вот туалет есть. Около туалета выход на лестницу. Или лифт. Я бы сбегал, на самом деле, туда и туда, на лестницу и в лифт. Сначала бы на лестницу. Ой! Это мы удачно зашли. Чемазас. Ты знаешь, как переводится название отеля? Снова этот в начале, прям помнишь? Да. Название рестика переводится третья фигурка. Как вид на озеро. Как он называется? Lake View. Да. Это что, загадка? Так, дальше ты. Я считаю, что сделал достаточно. Дальше я? Ну, я сохранился. Что ты хочешь, чтобы я пробежал еще немного? Ну, не могу я. А ты попьешь? Да, я... Я боюсь просто. Ну, в этом же и суть игры. Так я слишком боюсь. Фак.